Волшебник, вот правильно, лучший йогурт, нежели Red Bull. После таких автомобилей меня хомут. Но у нас, смотрите, волшебник, у нас смазка короче, из моста вылетает. А, вот из этого, короче, отсюда вылетает. Ну да, что делать? Из моста переднего. Что там? Чё? Бензин сломался. Вообще супер. Ну, надо влить. Да. После сотку проехали, кстати говоря, мы. Сотку? Нет. Ну я не знаю, я уже давно не контролирую этот процесс, потому что невозможно. Мне говорит о нуле. Там всем фафакают прям. Да, прям всем нравится? Всем нравится. Огонь. Шумновато, конечно, немножко. Немножко? Я проехался, шумновато. Я чуть не охренел. Волшебник, реально. Я могу сказать, в принципе, на самом деле, что вот этот мотор с коробкой, так, все станет очень хорошо. Воронка-то есть у нас? На этом. Ты издеваешься? Какая воронка? Воронка? Воронки нет. Сразу воронка. Нет, какая нет воронки? Какая? Вообще люди с такими штанами должны справляться легко. Я могу поссать. Поссыть, а он и на этом поедет. Да. Кстати говоря, а потом дальше, а дальше смотрите, что обязательно Ермольник будет за рулем ЗИЛа ехать до Питера. Это очень офигенное видео. Я не готов к такому марш-броску после газели. Ага. А ножик есть? Ножик? Ножик. Бритва скальпель. Мне реально нравится. Очень хороший мотор. А, стоп. Придется опять сейчас. А что, нет? Реально, ни ножичка, ни шум. Нет. Что это? Спроси. Так, кто-то мне звонит. Вас хотят? 59-39. Скажите, что ты в зиме. Я в зиме? Ну как там? Мы масло докупили. Да масло должно быть все нормально. Слушай, я... Нет, походу сейчас будет... Надо еще раз. Смотри, 0, 2,4 и 4,4. Давай еще раз. Сейчас подливахи будут. Ну сейчас как раз пока топливо заливаем, посмотрим, но скорее всего будут подливашки. Должно стечь... Сколько здесь мошек? Ебучий случай. Короче, здесь где-то 10 литров масла в моторе. Представляешь, в BMW тоже 10 литров. Ну там чуть поменьше, 8-9. Но BMW это говно. BMW говно. А это техника. Это классика российского... жанра. Блин, конечно. Ну что там, не да. Что показывает? Подливахи. Чуть-чуть подливать. Но подливахи. Это еще не ну, стекло. Сейчас, да. Слушай, ну я думаю, здесь очень быстро все стекает. По одной простой причине, что тут масляные каналы, это значит такие не очень креативные. Обтягивающий друг пытается залить. Наш обтягивающий, натягивающий. Не будем показывать его. Причем внутри такая уникальная конструкция. Так, давай посмотрим. Вот это там. Компрессор, ага. На тормоза тут на всю эту историю. И прям он через воздушный фильтр набирает. Мы, кстати, с вами, знаете, что волшебник? Мы как полные идиоты. Так. Купили машину и даже не открыли крышку воздушного фильтра. Ну так а что, она. Что и будет этой машине, вот скажи мне. Этой машине не будет ничего. Это вот эта машина 83-го года. Ты сейчас купи машину 2016, с ней больше намучаешься, наверное. А, тут еще этот самый фильтр-то, как на запорожцах. Да. Вот тут нет фильтрующего элемента, тут масло. Тут просто масло. И, кстати, масла тут не хватает. Не хватает. Ну, а что делать? Осталось всего сколько? 600 километров? Да там дольем. Охерающе. А как вам там, скажите, Георгий? Да. За рулем замечательной машины Volvo. Божественно. Едется. Божественно. Когда мы здесь божественно греемся. Божественно. Не чувствую никаких угрызений совести. Никаких. Никаких. После поездки на газели, после видимо, точно. Броска на газели, понимаете? Вот и до. Я чувствую себя очень хорошо. Это плохо, что вы себя так чувствуете. Да. Я, кстати, хочу передать привет нашему очаровательному твердотопливному другу Керосину. Сказать, что он зря не поехал в эту поездку. А эту поездку я смело могу назвать этнографическое путешествие. Прошлое. Этнографическое путешествие с нашим сексуальным другом. Нашим сексуальным другом в лосинах.
Вы представляете, какой замечательный водитель Лосинов? Нет, его просто нельзя не отпиарить. На нас смотрели, кстати говоря, могу сказать, деревни очень подозрительно и странно. Особенно на нашего водителя. Воронка. Что это за бурбулятор? Мы же не курим в дороге. Атас. Да. Это после бензина, да, как раз? Ну, я думаю, хорошо пойдет, как раз все промоет. Как ваши ощущения? Наш друг в обтягивающих джинсах. Легкость в ногах. Легкость в ногах. В ногах только? Пока только. И ощущение, что я обдышался. Дышался? Ну там дышать тогда, конечно. Да, ты оценил, да, вот да, это и, вот? Да, там есть такое немножко. Давно не бывал в газовой камере. Немножко. Там, кстати, я не помню, говорил, нет, там под сиденьем. Мы когда с Кириллом ехали, я там открыл, там под сиденьем куча ништяков лежит. Там всякие на всякий случай. Всякие на всякий случай? Всякие на всякий случай. Катушки, зажигание, там. Ну, наверное, хватит масла-то. Да я думаю. До следующего пит-стопа точно хватит. Да, главное теперь воронку не потерять. А воронку в кузов? У нас кузов очень большой. Я, кстати говоря, думал по пути пару знаков... кстати, дырявый, не потерять будет. Пару знаков захватить. Каких? Каких-нибудь. Кузов-то огонь. Ох, как комаров-то здесь хватает. Где мы сейчас, господа? Непонятно. Вообще в лесу. Мы в ебенях. Нам да, осталось до Великих Луг, по-моему, километров 70. Слушай, ты все время вот говоришь, понимаешь, и ты преуменьшаешь все время. Потому что, когда мы ездили на «Газели», ты говоришь, что до Питера осталось 500, по факту осталось 700, понимаешь? Ну там немножко ошибся. Да, чуть-чуть, на 200. Кстати, Кирюх, попробуй заведи, потому что, может, сейчас опять придется качать. Посмотрим. Да уж, качка огонь. Техника просто пипец. Так, маслица мы спрячем сюда. Ну, придется, наверное, подкачать, потому что сюда. Мы обсохли. Погоди, нет, погоди, сейчас ничего не будет. У нас немножко наебывается, по-моему, насос. Насос бензиновый. Я знаешь, что подумал? Давай. Слушай, если он кончится, мы можем что-то предпринять в кузов, и здесь сюда просто шланг-трубку. Будет как по мотоциклетной схеме. Ну, а что делать? Наверное, так и придется сделать, если да. Что. Ну, если кончится. Пошла мазута! Звук очень-очень охеренный. Под рот будет классный. Да. Все, закрываем, короче, погнали. Ну что, главное не обсыхать, господа. Так что до заправки предлагаю и заправиться, на всякий случай. Да, обязательно. Ну все, погнали. Ой, погнали. Поехали. Нет, я пока лучше Вольву и порулю. Хорошо и спокойно. Отличная Вольва. Огонь! Ёп. Знаете что, парни, у нас очень серьезная проблема. Какая? Тащи, Илюха, инструмент. Что случилось? У нас компрессор, блядь, отвернулся. Откручу. Давай, с горки уедем. Какой нахуй горка? Компрессор, там тормоза, блядь. Один болт сломало, два отвернулось. Тащи инструмент. Давай заведемся. Давай доедем, действительно. Мы не доедем, блядь. Без тормозов, рот, компот. Да хер с ним, без тормозов хоть куда доедем. Анатолий, потому что... Ну похуй. Стекло. Кирюх. Без запала. Да, блядь. По-моему, дохуя его уже. Надо еще пробовать. Давай! Вон, видишь, блядь? Стой, стой, стой! Пожарный ЗИЛ! Бля, дождь вообще вот вовремя. Отвернуло, да? Отвернуло его нахуй, его надо привернуть! Бля, Кирюх, дай на секунду, сейчас фонарь. Держи.
Да хуй, тут не 19, блядь. Идиот, это кусок. Самое что ни на есть. Такой фигней позаниматься. Да, огонь. Ну, вовремя. Слушай, ну, у нас осталось два болта из трех. Два болта из трех? Да, да, один сломался. Бля, один сломался при том, что, видимо, не закреплено перед этим было, да, я так понимаю? Слушай, его, ну, вероятно, да, они отвернулись, и, а тот вообще просто его сломало, заломало. Ебучий случай. Но потихоньку надо ехать, скажем. Плохо. Сука, ну это очень плохо. Это, я бы даже сказал, печально. Ну ладно, потихоньку доехать и все. Проверим на заправке еще раз. Это что у нас? Это гайка, резьбу, которая... слезала. Да, на этой гайке слезала резьбу вообще. Вот эту шпильку, она там, видишь, в голове была, ее сломала, к чертовой матери. Да, а вот на этой гайке просто резьба круглая. Понятно. Короче, нас деревенщина ништяк так подколола. Ну, она там, видишь, блядь, Ну я надеюсь, сейчас, если я вот этой гайкой затяну, то мы какое-то время еще протянем. Грузовик большой, открутим сейчас где-нибудь на борту, да и все. Ну, так-то да. Это нас головы выкручивать гайка, так понимаю, да? Ну там, понимаешь, там шпиля в этом самом. А шпильку у нас обратно этой нету, блин, чтобы выкрутить. Нет у нас. Я вижу, да, где, блин. Видишь там? Да вижу, вижу. Ну все, огонь! Вроде работает. Короче, до бензоколонки, и там пит-стоп под крыши, и будем что-то исправлять. Все, поехали. Все, валим. Давай, все, погнали. Давай, ага. Друзья, вы боги парковки просто. Просто боги парковки. Даже бабы так не паркуются. Да вообще. Мне интересно. Я думаю, настало время оценить масштаб повреждений глобальных. Да мне кажется, кирдык. Сейчас будем болты выворачивать. Из кузова. Ништяк. Пиздец. Ну что там? Слушай, на самом деле держится. Хорошо, но держится. Держится фигово. Хорошо, но пошевелить ее. Ну смотри, Илюх, вон. Ну такая подтягивать. Она видишь. Ну блять. Потому что вот это залупень, ну либо ждать, пока остынет, а что мы из пары будет вариться, что ли? Ну надо долить, блять, воды. На казахскую сварку. Ну так или иначе, мы а сейчас. Что это такое? Где? Что? Я не вижу. Что ты имеешь в виду? Шипит? Ну что? Это что, бензин? Ну какая разница? Можно пельмешек сварить. Хотите пельмешек, друзья? Давайте заправим сюда. Чебупельки? Нальем воды. Дольем масло. Короче, пит-стоп. Что, такие вот приключения потешные. Надо пойти посмотреть, что там от масла осталось. Да ну, в баню еще канистры снимали. Сколько до Питера, волшебник? Сколько до Питера? Сколько до Питера остается? 700. Да ты какие на 700? Ну я на всякий случай. Они еще без полной пути. Ну это да. Друзья, нам необходимы подливашки. И учитывая характер вообще необходимости подливашек, надо бы еще канистру масла купить. Вообще.
Просто адская техника. Слушайте, ну в общем и целом мне наши приключения нравятся. Очень нравится. Очень нравится. Очень нравится. Так мы еще не ездили. Ты думал, будет скучно? Я думал, будет скучно. Когда ты мне сказал, что она заводится и едет, как бы, я подумал, ну какой смысл вообще? А тут действительно четкое такое этнографическое путешествие. Заводится. И мотор еще причем такой просто. Огромный. Заводится и едет, но этого просто мало. Да. В общем, едем. Решили ехать обратно через Псков. Здесь дороги получше и поменьше гаишников. Вот. Короче, приключения продолжаются. Пока вроде все хорошо. Масло налили, воды налили. Пока все работает, компрессор больше не отваливается. Еду за парнями на Вольве. Все нормально. Здравствуй, елка, Новый год. Никогда не открывайте радиаторы. Ой. Когда у вас машина закипела? Чего закипела? Компрессор по-прежнему болтается. Сейчас подтянем, мы уже привыкли. А, у нас закипело. Волшебник уже даже трещотку не разбирает. На самом деле, да. Что-то непонятно. Ехал, и температура 100-110. 100, между 100 и 110 как-то, блин. Надо, наверное, все-таки подлить водички, мне кажется. Подлить, да. Тем более у нас есть экологически чистые. Нам до острова, кстати, здесь осталось. Рукой кстати, подать. Да, вон, я не знаю, не видно нифига. Я предлагаю в Пушкинские горы, так сказать, заехать. Правильно, нам осталось до острова километров, наверное, 40. Ну вот. До острова, а там и до Пскова. А там, понимаешь, полпальца по глобусу. Да. Вот такой замечательный автомобиль. Но мне кажется, что он в ближайшие 2 года столько не намотал пробега, сколько уже сегодня проехал. А сколько чувак сказал? 2 месяца стоял, да? Ну, сказал да. Но не факт, что он... Ну, не факт, что он сказал правду. Да, не факт, что чувак не обманул. Волшебник, а подержите, пожалуйста, а? Да, пожалуйста. Я буду вам мега благодарен. Мы уже раз пятый это делаем себе. Это, блядь. Не, ну если это не делать... то мы останемся без тормозов. Мы останемся без тормозов. Вас это пугает? Меня? Да. А сложно сказать. Ну, она месяц, газы. Она, я не скажу, что она останавливается очень хорошо. Кстати, я тебе еще по проселку понял, что такие звуки нажимаешь, что такое чувство, что якорь выбрасывается. Зачем? Страшное дело. Ну вам-то хорошо. Нам очень. Вы за рулем Вольвочки. Я отдыхаете. За рулем Вольвочки. Это божественно. Мое этнографическое путешествие в этот раз сводится исключительно к созерцанию пейзажа за бортом. Кстати говоря, про между прочим, хотел сказать про нашего товарища в облегающих джинсах. Не, лучше с той стороны. Сейчас мы зайдем с другой стороны. Давай, бережем. Сейчас мы зайдем с другой стороны. Движение пипец. Не проняло, нет?
работает стучится дверь моя. Не проняло его. Огонь вообще. Жесть. Нет, тачка на самом деле в управлении очень даже неплоха, могу сказать. Подруливать надо немножко. По жизни. А так огонь. А так огонь. Я вроде бы уже и сбрасываю скорость, и больше, и меньше, и блин, не понимаю, что происходит. Происходит. Осталось, в принципе, ехать километров, блин, 300, наверное, 50. А, нет, как 350? 358. Да, мне только 370 ехать осталось. И да. Оно все вливается, да? Слушай, ну, ну вот столько я влил. Неплохо. Неплохо. Я бы даже, знаете, что сделал? А давайте заведем. Оно бля. И я еще долью. Да? Да. Я думаю, может даже прямо сейчас. Ну что, заведем. Пойдем заводить. Пожалуйста. Ну что? Ну что, извините. Что с вами? Проснулся, пожрал, поспал. Так, ну что, заводим. Беда? Так не выходит, да? Не, все нормально, это был пузырь. А, пузырь был, да? Пузырь был. Вот, давайте. Еще разок. Еще разок. Хорошо. Да, наверное, воздушная пробочка была небольшая все-таки, да? Потому что он грелся, блядь, вот сейчас 110 градусов сейчас. Можно посмотреть, 110 показывает. У нас кроме температуры, ни хрена здесь больше не показывает, могу сказать. Воздух. Ну, воздух, да. Масло. Зарядка. Очень опасно. Ой. Просто пипец как опасно. Ну что, в бой. Вот так вот. Огонь. У нас ермольник сегодня кайфует на Вольве. Ну что, я кайфовал тогда. Он ебался на газели, теперь мы ебемся на зеле. Бой. Бой. Все гармонично в этой жизни. Мы из разделения труда. В тот раз я, в этот раз волшебник. Приключения продолжаются. Ну что, хочу сказать. Я не понимаю, почему это делают режиссеры, когда буквально за вашей спиной находится директор автосервиса. Да. Да. Я сплю. И на боковую. А все почему? Потому я все проспал. А все потому, мне кажется, что обычно директорами из сервиса все становятся люди, которые в принципе. Рукожопы. Рукожоп. Рукожопы. Профессиональный рукожоп. Ладно, что у нас по факту, что у нас случилось? У нас по факту, как вы там сказали? Что произошло? Помните, как вы сказали еще в Сапсане? Запишите. Запишите. Да, я хочу сказать это. Запишите. Это пиздец. У нас обломался еще один болт с компрессора. То есть было две шпильки, осталось одна. Нет, изначально было три. Ну, было три, да. Изначально было три, потом они уменьшились до двух. Сейчас они уменьшились до одной. Там еще нижний. Вот, блядь. И вот каждый начал. Вытекло очень много воды. Автосервиса, блядь, советовал. Очень много воды вытекло. Сейчас снимаем компрессор. А, нет. Вытекло-то не отсюда, а там еще. Вытекло не отсюда, если не отсюда. Вот от головы. Да, да, да. Мы сейчас снимем компрессор. Вытекло. И если под ним. Вот так.
треснула башка, то как бы пиздец. А будьте любезны, там ключик на 15 директор, или 17. Директор автосервиса, будьте так любезны. Чуть побалдели. 17, да? Нет, ну, а 17, да. Вот видите. Глаз же не алмаз. Глаз не алмаз. Ой. Очень любопытно. Ну там вот практически не видно, как выпирала прокладочку. Не видно, да? Она, очень хорошо. Почти не видно. Ой, что там такое? Масляный канал, друзья. Подача масла на компрессор. Да уж. А теперь еще обратно. Дайте 13. В общем, до Питера мы не доехали 330 километров. Что вы так радуетесь, волшебник? Я радуюсь. Ну да, как-то вы не производите впечатление негативного человека. А будьте любезны на 12 еще, я так удержу. Да. Кстати, писал Тони, я вас жду. Я хотел ему написать, что Тони, ты, наверное... Приезжай! Техничку. Чё ты ждёшь? Бери. О, а тут вообще, давайте еще на 11. Если есть. Все будем на кожопу пить. Все будем. Вот. Гармония. Гармония. Да. Вытащить, выкинуть лишнюю деталь. Да. Слушайте, как хорошо будет птички. Без тормозов как нам ехать, вы что? Без тормозов? Господа. В данной ситуации, волшебник, не нам, а вам. Нет, в данной ситуации это мне. Ну вы же директор автосервиса. Поэтому мне ехать. Поэтому вам и ехать. Прошу заметить рекламу. Вот данный директор автосервиса стоит, руки в боке. В боке. В обтягивающих штанах. Это что происходит? Это же вас тошнит уже. Георгий, что это? Там еще внизу одна трубка. Че? Где? Обратка. Бля. Да. Я же говорю, еще одна внизу. Директор автосервиса. Вот еще надо доебаться. Он видит, да? Доебаться. Штуцер, блядь, что это? А, обратка, да. Да, вот она. Ебать. Ебать. А я какую взял? 17-ю. Специально не туда подкладываешь. 17-я, 19-я. Эй! Так-то! Слово сказать, стоим мы на опять на трассе. Только проехали остров. Стоим опять на трассе. Ну, она оттуда вытекла. Ну, там просто шпильки, возможно, мы сейчас. Где шпилька? Ослабла, да, конечно, оттуда и вытекла. Спасибо, Виктор, что, блядь, подогнал нам. Тачку? Тачку. По дешману. Почти, да. Такими замечательными проблемами. Безгеморройную. Безгеморройную. Пацаны, да-да, до Питера доедет. Да вы чё, да она еще 20 лет бегать и бегать. Да она как новая, у нее пробег 5000. Что ты орешь? Директор автосервиса взял бы да помог? Взял как бы. Я помогу? Я помогаю, ору. Да. Работа у меня такая, орать. Перчатки снять, там одному не снять. Это наша единственная проблема, наверное. Так, что тут? Ну. Я не знаю, вот. Давай его сюда. Выходит, не выходит, нет? Да вроде бы. Да не выходит, по-моему. Выходит? Не, не вышло, вышло. Данная сзади. Не надо выбрасывать, не надо. Привез там? Рано. Вот он, компрессор. Так. Ну. Так, друзья, открылась истина. Так. Как вы можете видеть, наличие отсутствия шпильки. Вот из-за этого оттуда и вытекло, получается. Возможно. А вот и прокладочка торчит. Прокладочка торчит, да. Да. В принципе. Вот так. А, вот и пробой по системе зажигания. Где? Чё? Один горшок, то, что не догонял. А, вот, да, кстати говоря, и свеча темная, и провод отошедший. Это вы имеете? Да.
Это нормально. Так вот как раз горшочек ты не догонял. Так, что если мы открутим сзади шпильки? Ну сюда мы явно ее не вкрутим никак. А еще какая-то ломалась, подожди. Вот это. Бляха-муха. Понимаешь, да? Печально-то какая. А пробои, зараза, как раз по той, которая совсем под корень сломала. А ее сломала под корень? Какую, вот эту? Да. Да. Так. Мы теоретически сейчас это отвернется. Выкрутить мы, по идее, ту не можем никак. У нас нету обратного вертыша, да? Брать нельзя себе какие. У нас здесь от 300 километров до Питера. Просто, мне кажется, сейчас мы спустимся в рак, и там обратные вертыши растут. Да нет. Да. Я предлагаю, друзья мои, посовещаться, а потом принять Соломонова решение. Ну что такое? Кто потерял повод? Что это? Вы оторвали своего червяка. Больше мне не нужно. Ну, ё-моё. Так, друзья. Значит, я нашел одну шайбу. Нужна еще как минимум. Вторая. Вторая, да. А не могли бы вы мне, мои очаровательные... Найти две гайки? Гайки найдем, а компрессор могли бы вы мне найти? Он тяжелый. Я попытаю его впердолить. В общем, как всегда, говном, палками и пылесосными шлангами мы все это дело починили. Сейчас посмотрим, насколько быстро водичка будет проникать сквозь прокладку головки блока цилиндра. Я очень люблю грузовые машины, там в кузове можно столько все положить. Волшебник? Да. Вы, кстати, зря ключи убираете, мне кажется. Да не зря, почему? Мне кажется, рано. Маленькие ключи точно не понадобятся. Не, это просто мимо проливается. Это... Нет, нет, я вижу ручей. Я тоже вижу. Где? Вон он, внизу. Там, где кусок... А, друзья, так он совершенно не оттуда вытекает, вы что моросите? А, о! Ребята! У нас пизда прокладки головки блока цилиндров. Да. Горчица? Герметик системы. А та же горчица. Или новая прокладка ГБЦ. У нас есть директор автосервиса. Я думаю, новую прокладку он доставит. Если мы будем пока снимать тогда голову. Я предлагаю залить воду и ехать дальше. Итак, вывернули свечку, заглушили горшок, в бой. Я думаю, доедем. Блин. Нормально. Так, температура. Огонь. Давление масла есть, аккумулятор есть, машины попутные есть. Да, можно пока инструкцию почитать от машины. Это пипец. А быстрее она может поехать, нет? Речка-то такая. А вон речка, да. Ну что, идем за водой? Давляк уже 4. Давляк 4. За водой? Слушай, а тут красиво. Технологичное устройство мостов.
Можно даже бельишко постирать. Смотри, даже на дне сетка. Специально. Все продумано. Что, ты выбираешь без лягушек? Скики. Слушай, вода чисто пить можно. Да, лягушки живут. О! Кому не спится в ночь глухую? Нет, недостаточно. Цилиндры пошли. А пожарные тоже, да, 157-е? Есть еще. Алло, Серёга, это Володя. А? Слушай, люди тут сломались, ищут еще прокладку ЗИЛ-157 колонну под голову. У тебя не клеят старые запасы? 620-й госконтракт не подписывают. Но там вот 157-й, два штуки есть. Наличие? А так 131-й. 620-й, две штуки. Серёж, ну и... Да. Ну, Серёжа, с них мне и тебе по 100 грамм. Что, есть на 157-й? Сейчас я к тебе пришлю, Серёжа. Ну, 620-й двигун, рядом. Есть, ребята, рядом есть. Шестерка. Куда ехать-то, дядьки? Навигатор есть? Да, давай. Да, ведем. Должны. Но нам не до жиру. Нет, это самое, это отверстие. Вот оно. Да. Ну, вот вообще они, да. Да, да. А у вас каленых нет, да? Только такие? Ну, каленые там есть. Есть. Уникальная уникальность. Лежалая прокладка. Головки блока цилиндров. Ну, вариантов нет. Будем ставить эту. А что стоит прокладка? 700. 700 рублей? Угу. Ну что ж, за такой паноптикум это недорого. Берем. Ну что, взрываем? Ну да, что делать-то? Вариантов ноль. Ну, половину мы уже производили на дороге, поэтому это нахрен, там дальше по мелочи, как бы патрубки нахрен. И отворачиваем бошку на ток провода, пометьте высоковольтные. Да. И все. Я думаю, это не займет много времени. Полчаса снять, ну, ты оптимист, конечно, но что делать? Не хочется мотор кончать. Ну что, в бой? Да, в бой. Вот это ближний ко мне, как сказать? Первый. Короче, отвернули мы головку блока цилиндров. Сделали это даже быстрее, чем думали. На все прошло, на все про все. Ушло, наверное, ну, минут 30. Короче, полчаса на то, чтобы башку на зеле 157-м отвернуть. Вот, здесь, конечно, до нас уже кто-то побывал. Из-под болтов торчит красный герметик. Ну, понятно, да, как бы тачка была в деревне. И что еще? Что еще? Да больше ничего. Сейчас вытаскиваем все болты, пометим провода высоковольтные на свечи. Мы купили новые, поэтому потом их поменяем. А сейчас все выкладываем аккуратно. Между прочим, мы тут с волшебником работали, пока кто-то жрал. Нет, я в толчке сидел. Он очень много съел до этого, блядь. Сжрал так, что застрял в туалете. Кирилл, ты засранец. Говнюк. Нет, говнюк — это другое. Сирано. Так, последний в этом ряду. Кстати, вот компрессор специально положили на крышу, чтобы не потерять. Тяжело и снимать. Давай. Что-то делать одновременно. Не, другой стороной лучше. Почему? А, ну давай. Все, огонь. Так, здесь есть. Так, сейчас. Так, давайте, Кирюха, ты там. Опа. Есть. Есть. Давай с этой стороны. А, эту сторону. Какую? Вот эту? Вот эту сторону, да. Давай. Опа. Есть. Давай. Теперь опять эту. Давай. Сейчас. Сейчас. Опа! Еще эту. Эту. Пацаны, да мы в фаворе. Сейчас. Опа! Так, еще это. Сейчас. Опа! Так, здесь. Сейчас. Чуваки, сейчас. А мне здесь держать-то, бляха, муха, неудобно. Так. Терпение, друзья. Тяжелое должно быть. Опа! Опа!
Все. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. 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 Ебануться. Мы всплываем во всех горшках. Water. Water. О, заодно поршня помыла. Да, еще всякие клапана-то вроде ничего тогда. А где прокладос у нас наебнул? А, вон, блядь. Вон, блядь. Вот эта дырочка. Вот эта дырка, вот эта трещина. А, ее просто, смотри, ее вымыло, блядь, асбест оттуда просто. Так и сколько, извините. Лет, блядь. Сколько ей? Думаю, это... Мы вообще красивые. Оставим, блядь, наверное, все-таки. Прохладку с собой, да. Обязательно. Мало ли, по образцу отлить придется. Да, конечно. Так. Так, это что, повылезали теперь? Че? Так. Че повылезали? Все будет? Все. Все от воды немножко. Нам надо как-то все сейчас промыть. Я предлагаю даже... Бензин. Бензинчик. Да. Я предлагаю поршня покрутить. И сейчас лишнее, оно само вытечет. Ну, кстати, да. Да. Давайте подключим аккумулятор и покрутим мотором. И все будет огончик, огончик, огончик. Давай. Давай, давай. Вас вообще просто... Мне очень понравилось. Давай еще разок, чтобы наверняка. Давай, да. Замечательно. Все, остальное сгорит. А здесь что? Вот это головка блока цилиндров, вот. Да? О, какашка. Насрал кто-то. Вообще никакого креатива просто. Свечки и ничего. И камеры чистенькие. И камеры чистенькие, да. Волшебник, у нас офигенный мотор. Да? Да. Если не брать в расчет, что у нас говно прокладка, которую мы купили. Короче, реально, сейчас все сделаем и поедем красиво. Очень хорошо. Свечки даже вон новые купили, да. Так, ну короче, шпильки сюда поставили. С этих мест переставили, потому что здесь пневмо, господи, этот компрессор, черт. Сейчас вот Кирюха отсасывает. Ну, вернее, уже заканчивает. На протяжении получаса, могу сказать, этим занимается уже. В принципе, можно уже прокладос и бошку ставить. И все. Да, в принципе, с богом, блядь, и в бой. Еще 260 и мы... Да, все, пофиг. Остальное сгорит или притрется? Я думаю, что этот мотор сдюжит. Ну все, сейчас давайте зеркала будем. Выработки-то нету. Вообще я ждал, что он сейчас скажет, а чё, мотор, да. Мотор на стол. А мотору пи. Не, отличный мотор. На мотор так, прокладочка там. Прокладочка вот там, да. Вон там. А где она вот там? Ну, она вон, на приборке. Нет, у меня там башка лежит. Головой. А у меня... Слушайте, вы запарили вообще, ну что вы, понимаете, жопу показываете. Вот. Ба-ба-бам. Господи, хорошо, что это хоть утром случилось. Так, ну чего, давай. Да, когда спать не хотелось. Да-да-да, новый прокладос. Мечта. Очень новый. Подождите. Все. Итак. Подождите. Вот, да. Все. У меня совпало. Все, совпало. Нежно-нежно, давайте только не наебнем здесь ее. Не очень хорошо. Где? Оп, все. Ништяк. Оп. Все. Божественно, отличный новый ржавый прокладос. Новый ржавый прокладос. Давайте голова ставить будем, Анам. Он, кстати, там, блядь. Да похуй. Ты посмотри, даже... Цень, этот самый штрих-код ценник, похуй. Еще многие будут говорить, что че вы не содрали ценник, не протерли голову. Это обычный тракторный двигатель, здесь это не нужно. Вот так вот. Свечу ли Кирилл Владимирович уже запоменял? Уже давайте вставил. Уже вставил, да. Свечки. Он отсосал, крутил. Он вставил. Вообще сегодня, блядь, очень много дел сделал. Слушайте, вы так, под утро уже давай начинаете. Бери. Давай, оп. По мне осторожно, тихо. Так, здесь вошло. Вошло? Да. Нежно. Насаживаем эту сторону, дайте. Равномерно. Давайте. Ништяк. Да,
Все, давайте всю комплектуху так, сажаем. Болты. Да, также по очереди вставляем. Гош, давай на ту сторону. Давай, сейчас давай. Давай. Гош, давай на ту сторону, я сейчас буду вставлять. Так, начинаем. Это от центра, да, у нас центральная, по-моему. Первый с центра. Первый, последний ряд. Это средний ряд, правильно? Нет, средний ряд был те. А. Короче, башку мы протянули. Время уже прошло, что? Сейчас будем ставить компрессор. Воздушный. И заводит бибикой. Илюх, подключил? Да. Поехали. Ну да, погнали. С Богом. Первый старт. Без воды. Без воды. Да потом перезвонишь. У нас важное действие. Блять. В поле. Вода херачит из выпуска. Сейчас он протарахтится. Илюх, все нормально, там просто старая вода выходит вообще из коллектора. Туда воды-то налилось внутрь вообще. Так вроде ничего. Вот, кстати, мотор не трясет. Ну получше-то. Ну что, огонь? А он все время болтается, не обращай внимания. Работает, потому что он равнее работает. Ну, конечно, равнее, блядь. Вообще огонь! Так, ладно, глушим, заливаем. Да не надо глушить, просто заливаем, чё? А мы ничего с ним не сделаем, он всю дорогу так трясёт, там крепухи такие убогие. Как бы все волшебник, тут ничего не делает. Он работает просто, поставь. Он так не работает, блядь. Конечно, проглодос-то новый, свечи новые. С новыми проводами вообще бы пел. Я думаю, надо заливать по кнопке, как посмотрим. Да, да, да. Фу. Ну, короче, все. Блять. Короче, заливаем, завтракаем и валим. И в бой. И в бой, да. Кони, встречай нас. Керосиныч. Мы победили его. Будь в секретном гараже. Нам уже полная грудью вдохнем, да. Oh,